достоинство пастыря и учителя состоит не в том, чтобы стараться о приобретении чести и славы у своих учеников, но в том, чтобы вести их ко спасению. Епископы. Среди посланий святого первоверховного апостола Павла существуют три письма, адресованные его ученикам Тимофею и Титу. В них святой апостол Павел говорит о том, каким должен быть истинный пастырь Церкви Христовой, ибо он несет образ главного пастыря, Господа Иисуса Христа. Епископ должен быть любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, страннолюбив, держащийся истинного слова, согласного с учением. Эти поучения отражают все стороны епископского служения, высшего чина в церковной иерархии. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты поставил по всем городам пресвитеров», пишет Павел Титу после того, как окончил дело проповеди на острове. Поставление пресвитеров или священников происходит через таинство рукоположения, которое совершают в церкви только епископы. Это единственное таинство, установленное Господом Иисусом Христом, которое не могут совершать священнослужители в чине иерея, но только епископы. Разделение служений по установленному порядку и согласно призванию каждого члена церкви составляет основу церковной иерархии. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями на дело служения для созидания тела Христова. Телом Христовым святой апостол Павел именует всю новозаветную церковь и указывает, что иерархия установлена главой церкви Иисусом Христом. В ветхозаветные времена, примерно за 15 веков до Рождества Христова, по повелению Божию пророк Моисей избрал для богослужения особых лиц – первосвященников, священников и левитов. Господь Иисус Христос из множества Своих последователей избрал 12 апостолов и наделил их правом учить, совершать богослужения и руководить верующими. Со временем апостолы передали свою власть другим избранным лицам, установив так же, как и в Ветхом Завете, три степени иерархии. С молитвой Господу они возлагали на избранных людей руки и посвящали их на служение Церкви. По примеру ветхозаветной и в новозаветной христианской Церкви три степени священства – епископы, пресвитеры или священники и диаконы. Слово «епископ» в переводе с греческого означает «смотритель», «блюститель».
Этим словом определяется значение епископа в церковной иерархии. Епископ должен охранять догматы и каноны православной веры, заботиться о спасении вверенной ему паствы. Без епископа нет полноты церковной иерархии и церковной жизни, а значит, нет и самой церкви. Священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, свидетельствует: «Где епископ, там должен быть и народ, равно как где Иисус Христос, там и церковь». Епископы являются преемниками апостолов. Они получают высшую степень благодати, которая дает им право не только совершать богослужение, но и посвящать, то есть рукополагать в священнослужители, освящать миро и антиминс. Преемственность от апостолов и непрерывность епископства составляют одно из важнейших свойств истинной церкви. Все древнехристианские общины сохраняли списки своих епископов в их непрерывной преемственности. По своему положению в церковной иерархии епископы являются архиереями, что значит начальниками иереев, священников. Епископ управляет приходами целой области, называемой епархией. По степени священства все епископы между собой равны, но есть главнейшие по положению. Так было и в среде самих апостолов. Хотя между апостолами были особенно уважаемые и знаменитейшие, однако все были равны по апостольской степени. Наиболее заслуженные из епископов называются архиепископами. Столичные епископы называются митрополитами, так как столица называется по-гречески «митрополией». Епископы древних столиц, таких как Константинополь, Рим, Александрия, Антиохия и столицы Руси Москвы, называются патриархами, что значит первые из епископов. Служение в церкви, а тем более служение в священном чине – это призвание. И какой бы высокой нравственности ни был человек, он не может исполнять свое предназначение без особого посвящения. Первоверховные апостолы в своих посланиях указывают, что служение епископа – это ответственное и благодатное дело, которое может принести духовные плоды и для самих служителей церковной иерархии. «Пасите Божие стадо, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример. Когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Епископ должен быть украшен всеми добродетелями, не для себя, но для подчиненных живет он, и его жизнь испытывается тысячами глаз и языков.